вот это в туалете в бумаге. Ну что, забираем все? На 2 месяца хватит. Да ладно, на год, до Нового года. Ну и что еще давай, Кирилл, там? Ну. Нет. О, вот теперь хватит. Ну давай еще. Мама, сколько салфеток? О. Мама. Мама, тебе что-то нужно столько? Салфеток. Нет. О. Ну и как делишки, Анютка? Хорошо. Что делаешь? Мешаю муку. И что будет? Запеканка. Будет. Идет. И кто жарить будет запеканку? Творожная? Ты же сырники делаешь. Ну, сырники. Ну и что там? Творог. Что еще? Яйца? Да, мука. Мука, еще что? Сода. Соль. Есть сахар? Да. Ну вот. Я даже пробовала. О, вкусно было. Угу. Чем тут с Аней занимаемся? Тесто мешаем? Да, вот как я взял за руки. Вон, творог покупали. Вон у нас яйца есть. Вон Аня туда весь сахар высыпала. Что еще там? Соль? Да, соль все высыпали. Всю соль высыпали, которая в доме, да, была? Все будет соляное. Сода тоже. Сода тоже, да. А кто печь будет? Сырники будут? Будут сырники, Ваня. О, Анька все намешала, да? Умывается. Так, вот делку. А кто жарить будет? Аня будет жарить? Сырники. Сашка. О, да? Кто теперь жарит? Нянька Алена. Ну, она же сказала, что Сашка будет делать. Ну да. А Сашка скоро спать уже ложится. Ну, теперь трудимся тут. Сырники делаем. Ну и что, привет всем, да, опять, да? Привет. Ну, говори привет. Привет. Бумагу, что, с бумагой с туалетной, что у нас, как дела обстоят? Мы, я все, она уже закончилась. Не купили ее? Купили, она закончилась. Вчера же столько много было, это уже вчера она было. Она все устрала. Ну да, а сегодня мы решили сделать с котыком суп. Да. Вон, шея, котык. Свиная. Там, вот, свиная, картошка, морковочка, лучок, идем сейчас жарить, парить. Помидорки, пушить. Чеснок, кабачок. Угу. Ну что, идем жарить? Идем жарить. Или еще режем? Жарить идем уже. А, обезьяна. Ну что, кто-то уже одевается, а кто-то еще все порезать нахрен мясо не может. Да, Аня? Давай, одевайся, пошли. Одевайся, относить надо все уже. Вон еще сюда мы такой перчик добавляем. Обычный черный сюда добавляем. Да? Угу. Ну что, одеваемся, идем. Да. Куда мы пошли? Ну и что, идем, иду. Ни одного отправили. Буду сейчас мясо разжаривать. Ну вот нам несут дровишки. Вот, дровишками и с кастрюлькой. Сейчас мяско будем разжаривать. Вот. Иду. Вот, вот, сюда. Вот сюда мы. Ставим, а сейчас разжигать будем. Угу. А вон тут у нас котик, пока миска. О, трус прячется. О, у нас тут шашлычочек уже куриный, курочка жареная. И суп пец. Сегодня очень кратко. О, миска. На. На. На, на. На. Ну и что, как делишки-то? Сейчас посмотрим. О, какой тут наваристый.
Наверное, уже готов. Кто готов? Где готов? Купец он такой, с блинушечкой, с риском. И чего будешь? Чего? Сейчас пойдем на улице есть супчик. Вон сметанка, хлебушек, ложки, тарелки, половник. Пойдем смотреть, не сгорела ли у нас там курица до конца. И кот не съел, забрался в камин, зажарился. О, давай, шуруй, блин. Шуруй, давай. О. Папа, иди. Ну, пошли. О, догнала меня, идет, да? Да. Ага. Раскладывать все. Ну и что, вот наш супец готов. Вон на каких подстилках, показывай, какие нашли досочки. О, наш супец. О, красота. Вот они вот у нас супчик разливают. А у нас еще вон какая будет. Тут курица копченая. Опять вкусная. У меня ее заберут. Садимся кушать супчик. Ну и что, как запах-то? Нет, супец-то вкусненький. Пока Анютка с Кириллом вон гуляли, вон какой супец, как обычно, наварили. Целую кастрюлю, блин. О, они поскольку наваливают, накладывают.